Самая основная задача, связанная с организацией новой объединенной компании, это сохранение уникальных трудовых коллективов. Поэтому принято решение, всему производственному персоналу, это летчики, это бортпроводники, будут предложены рабочие места в объединенной компании России. Часть людей, если мы говорим про компанию «Дунави», останется работать непосредственно в Ростове, порядка 150 человек. Что касается остальных людей, из летчиков, бортпроводников, это порядка 450 человек, им будут предложены трудоустройство в компании «Россия» в Санкт-Петербурге в полном объеме. Все, кто захочет, они будут трудоустроены.